Мак, продолжая шествие по Музик-Мессе, мы наконец-то покинули пятый павильон. Это было очень сложно сделать, но к третьему дню мы все-таки добрались хотя бы до восьмого. Чем мы очень рад, мы на стенде компании Sennheiser, и, естественно, у нас есть новинки. Есть два микрофона конденсаторных МК-серии. Микрофон МК-4 – это конденсаторный микрофон, который как раз предназначен для домашней звукозаписи. Тут 24 карата позолоченная диафрагма, вот, металлический корпус, собственно, качественный конденсатный микрофон МК-4. Также есть микрофон МК-8, он для студийной работы, у него двойная диафрагма и 5 переключаемых режимов работы, что можно здесь видеть. Также классическая обрезка частот, также на 0, 100 и 60 Гц. Ну и показатели тоже все, в принципе, вполне понятные.